19 января Ульяновская область отмечает 76-летие. В честь праздничной даты местные жители делятся мнениями, чего регион уже успел достичь за эти годы, а чего области пока еще не хватает. Ну, много чего добил и много чего еще нужно делать. Ну, например? Город преобразился, это видно, это замечательно, но дороги не совсем хорошие. Преобразился, да, чистенький, скульптур очень много. Кстати, очень много всяких мероприятий проводится в городе, мы тоже это заметили. По поводу плохого не можем сказать, не сильно заметили. А для детей сейчас много спортивных организаций появилось, что отремонтировано, вот, допустим, здесь 8-я у нас спортшкола. Детям очень как бы нравится вот, заниматься, много разных. По области, ну, наверное, не хватает возрождения сельского хозяйства. Есть, конечно, фермеры сейчас, которые, ну, трудятся, как-то зарабатывают, но все же вот восстановить бы вот все, что было, очень было бы очень хорошо. Вот так. Да не знаю, вроде все хорошее у нее. Мне кажется, в последнее время регион добился результатов в благоустройстве парков нашего города. Ну, а чего не хватает, это решение проблем с общественным транспортом для студентов, так как довольно сложно добраться. Я вообще не из Ульяновской области, я здесь в гостях, поэтому про Ульяновскую область ничего не знаю. Ну, а на ваш взгляд, же гуляете, в гости приезжаете. Вот я как раз и гуляю, и смотрю, что здесь в Ульяновске можно посмотреть и увидеть. Ну, что увидели? Много машин, приветливые лица, идут, улыбаются. Может, потому что я сама так вот иду и улыбаюсь. Ну, что еще? Ну, вообще такой вот энергичный город. Мне нравится. Ну, я думаю, наша область сейчас на взлете, как говорит наш губернатор. У нас наладилась социальная политика во всей области. Ну и, не знаю, еще, возможно, в культурном плане что-то нужно менять.